Всем привет! Евгений работал под руководством Тутберидзе с 8 лет, но расстались они не очень красиво. Известный тренер Елена Чайковская поделилась мнением об уходе Евгения Медведева от Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру. Каждый переход такого выдающегося спортсмена от одного тренера к другому – это плохо. Всегда наступает момент, когда ты начинаешь спускаться с горы. Вот тут ты меняешь тренера, потому что не видишь ошибок в себе, потому что считаешь, что ты гениален и не желаешь обернуться и посмотреть, как же жить дальше. В этот момент всегда виноват тренер. Мне не нравится эта история. Мне просто очень жаль, что их союз в Тутберидзе развалился и как-то не очень красиво. Девочка в любом случае должна была принести одну розу и сказать спасибо, и тогда уехать, мне кажется, сказала Чайковская в интервью «Комсомольской правде». Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Всем я желаю хорошего дня. До свидания.